Доброе утро. Не пора ли просыпаться? Этот достопочтенный не спит уже давно. Что же его рабу пристало так долго спать? Брат, не надо. Что ты делаешь? Прошу тебя. Упомнись. Брат? Ты смеешь называть этого достопочтенного своим братом? Да ты просто раб. Ты всего лишь мой раб, с которым я сделаю все, что я захочу. А что ты делаешь с этим бедным Даусом? Какую бы пытку придумать сегодня для тебя? Прошу тебя, не надо. Посмотрим, как ты запоешь сегодня, когда этот достопочтенный хорошенько тебя выпарит. Ты готов получить свое наказание. Сейчас ты получишь его. Этот достопочтенный не станет с тобой шутить шутки. Сейчас ты узнаешь, каково это быть настоящим рабом. Ну что? Что же ты скажешь теперь? Ну, будешь просить пощады? Клинок моего ножа погладит тебя. Ну что, ты будешь покорный мне? А? Брат, прошу тебя. Брат, прошу тебя. Ты задушишь меня, брат. Ну и что же? Что же ты собираешься сказать этому достопочтенному? Я весь во внимании. Тебе не удастся избежать своей участи, поэтому покорись, раб. Ты раб и больше никто. Ты всегда останешься рабом. Так что не смей называть меня братом. Этот достопочтенный тебе не брат. Запомни это. Вы еще не знаете, дорогие племянники, но я уже придумала способ, как вас извести. И это будет не быстро. Люблю, когда интриги проходят медленно, со вкусом и интересно. Просто так уничтожать это грубо, это не по-вампирски. А мне будет очень забавно посмотреть на ваши подопытные страдания. Ах, дождь словно из ведра. Какая непогода. Дэниел, ты ночью так кричал? Что тебе снилось?
то за сны тебе снятся. Не хочешь разговаривать? Обиделся на меня, да? Мне грустно, мне так хочется вернуться в родной дом. Я знаю, сейчас это невозможно, пока идет война и оборотни бомбят нас. Но я очень скучаю по родному дому. Там прошла вся наша жизнь, наше детство, наша юность. Там мы были счастливыми, мы полюбили друг друга. Мы стали вампирами. Сколько воспоминаний из-за этой проклятой войны. Дэниел, ты по-прежнему такой сентиментальный. Сколько раз я говорил тебе, не привязывайся к одному и тому же месту. В мире столько прекрасного. Можно ездить по миру, смотреть новые города, наслаждаться искусством, кровью. Зачем страдать? Зачем придумывать какие-то страдания? Ты обиделся? Ну что же, я знаю, что ты это любишь. Тебе? Очевидно, чары Анаит развеялись, и нарцисс снова стал снисходительнее относиться ко мне. Я не мог долго злиться на него, несмотря на побои, грубость и унижение, ведь я любил. Что мог поделать влюбленный собственного брата-вампир? Вскоре я простил нарцисса, и мы помирились. Как будто бы кто-то следит за нами снова и снова. Такое предчувствие, как будто что-то надвигается. Я узнаю, что тут происходит, рано или поздно. И виновные будут наказаны. Еще никому не удавалось одолеть. Братья и сестры, мы сегодня собрались ради нашей великой миссии. Уничтожить вампиров. Пусть эти твари послужат на пользу человечества. Мы соберем их кровь из ее плазмы. Сделаем эликсир вечной молодости и красоты. Чтобы наше племя жило вечно, было молодым, прекрасным. Эти твари недостойны жизни, потому что они забирают нашу жизнь, а мы заберем их. Но и сделаем это во благо всего человечества. Ура! Я замечал, что происходит что-то нехорошее. Будто несколько пар глаз следили за нами из темноты, контролируя каждое наше движение. Но все тайное всегда становится явным, особенно если ты вампир. Братья и сестры, сегодня мы собрались здесь ради нашего великого дела. У кого есть какие предложения, где нам искать вампиров, чтобы проводить с ними опыты и брать их кровь для блага всего человечества? У меня есть наводка на двух очень перспективных вампиров. Скажи, сестра, не таи. Они подойдут для наших опытов. Я покажу вам их жилище сегодня ночью. Это очень интересные тысячелетние вампиры. У них накопилось огромная генетическая память, которая подойдет для ваших исследований. На благо человечества, конечно же. На благо человечества, вечная красота и вечная молодость. Люди этого достойны. Только из крови вампиров могут получиться эликсиры вечной красоты и вечной молодости для людей. Ты права, сестра, как никогда. Мы уничтожим их. Мы уничтожим этот род на благо человечества. Ну хорошо, тогда встречаемся сегодня в полночь здесь, в лаборатории. И мы пойдем к этим вампирам. Они не ожидают нас. Но хорошо бы, конечно, не только взять у них много крови, а их самих привести в лабораторию и провести над ними опыты. Много интересного узнаете, братья. О да, 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 сестра, мы согласны с тобой и ждем. С нетерпением этого момента. Ах, свидание, как же это прекрасно. Мой возлюбленный, я жду тебя. Я ждала тебя, мой Рейф, уже много-много лет. А этот Аргас, я вышла за него только ради выгоды. Ради того, чтобы получить его наследство, и вот он убит. Но наследство куда-то уплыло. Но сейчас я не хочу о том думать. Я хочу думать только о любви, только о тебе, мой возлюбленный. Когда же ты уже придешь?
Ну, Наис, как ты прекрасна. И наконец-то мы вместе. Наконец-то мы избавились от этого Аргоса. Не хочешь немного поразвлечься? Но только если ты будешь осторожен и не испортишь мне прическу. Сестра, мне бы хотелось поговорить с вами тет-а-тет по поводу тех вампиров, которых вы нам предложили. Да, уважаемый предводитель, слушаю вас. Скажите-ка мне, пожалуйста, их имена. Очень интересно знать, кто такие. Тысячелетних вампиров не так много на Земле, поэтому вы должны были слышать эти имена. Нарцисс и Дэниел. Они прекрасны. Да, тетушка, мы прекрасны, ты права. Ну, насчет тысячелетних ты нам льстишь, нам не столько много лет. Что думала нас извести, и мы ничего не узнаем об этом? Ох, это ты! Но мы оказались хитрее. В этот раз ты проиграла, Анаит. Тебе конец. Нет, дорогой, это еще... Не конец! Люди так глупы, они даже не подозревали, что среди них находятся вампиры, которых они собирались убить, сделать из их плазмы, эликсир вечной красоты и молодости. А мы-то тут, мы-то рядом. Потому что мы умнее вас, мы сильнее вас. Мы интеллектуально развитее, чем вы. Куда вам с нами тягаться? Мы предугадываем ваши действия, мы читаем вас как раскрытую книгу. Вы просто посмешище. Да что вы можете без своего профессора, который сдох? И сдохнет так же каждый из вас, а мы будем жить вечно. Наконец-то мы вместе. Наконец-то мы избавились от этого Аргоса. Теперь мы всегда будем вместе. Всегда только я. Ну что, людишки, вы проиграли, теперь вам конец. Сейчас я тут все взорву к чертям собачьим. Встретимся в аду. Ты знаешь, дорогой, у меня ведь есть такие ужасные племянники. Мало того, что они претендуют на мое наследство, так они еще и пытались меня убить. Что? А вот так. Я надеюсь, ты поможешь мне расправиться с ними. Пообещай мне, дорогой. Конечно. Я их уничтожу. О, подумай об этом хорошенько и расскажешь мне твои идеи. При нашей следующей встрече. Обязательно.